Siddhant Saraswati Vijayate Gauriya Goshthipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nitta Ananda Sahoditam Sri Nanda Nandanam Bande Radhika Charano Dayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha Kalpataru Vashaki Pasindhu Bhavachu Patitanam Pavune Bhavaishnavibhyo Namo Namah Mukam Karoti Vachalam Pangunglam Haitigirim Yat Kipatam Hangbandi Paramanandu Madhavam Bindavai Tulsidevai Piyavai Keshava Sacha Shnavakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namah Narayana Namaskritta Naranchaiva Narottamam Deving Saraswating Vasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varuno Deyam Sada Paribhavagnam Abhishtaduham Tethas Padam Siva Virenchenutam Saranyam Vitatiham Panotopal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charuna Ravindam Yat Pada Pallavanakachandamani Chataya Vispurji Takamapigabhavadushva Darshi Purna Nuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Kipam Karus Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Ajanulambita Bhujau Kanaka Bodhato Sankirtanai Kapitaro Kamala Shatakshu Vishambaru Dijavaru Yugadharma Palo Bande Jagat Priyakaru Karuna Bhataru Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Dibharupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavan Rupe Nasada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushita Bham Bhagam Narayano Priyamananga Madapaharam Varanasi Purapati Bhajavishanatham Vagisa Jusva Vadane Lakshmi Jasacha Bhakshasi Yasyaste Hidaya Sambhid Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Nidraya Hyat Naktyam Vyabhayena Chavavaya
Дивача Артхая Раджан Кутумба Бхарани Нава Нидрая Хриятанактам Бебае Начабабаю Дивача Артхая Раджан Кутумба Бхарани Нава Гауди Гоштхипати, Шишила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал, обычные люди, они разрушают свои жизни. Они просто хотят наслаждаться, то есть посвящают жизнь какой-то дешевой каме. Годи Гоштхипати Шишила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, мы не можем даже себе представить во сне, как эти люди, обычные люди, или так называемые преданные, они разрушают свои жизни, чтобы просто наслаждаться дешевой камой. Кама, она доступна в любом рождении, в любом теле. И они из-за этого разрушают свои жизни. Они не готовы пожертвовать этой жизнью для Бхагавана. Они не заинтересованы в этом. Они привлекаются. Как же они привлекаются? Почему же они хотят разрушать свои жизни? Даже во сне мы себе этого не можем представить. Шрила Саччидананда Бхактинот Такур сказал, что управлять духовной организацией, матхом, мандиром, то есть нам нужны люди, в отреченном, которые приняли отреченный образ жизни, это правда. То есть нам нужны эти люди, отреченные, чтобы они жили в храмах, чтобы они управляли, чтобы они могли нам помогать, проповедовать. Да, это нормально. Но то есть притворяясь, что это проповедь, или то есть и мы не можем позволить, чтобы ну, глупцы, преисполненные камой, раджасом и тамасом, мы не можем позволить им, чтобы они жили в храмах, мы не можем позволить, чтобы они входили, ну, чтобы управлять им. Потому что если вы это позволите, если вы это дозволите, то они будут создавать проблемы. Организации, духовные организации, если они будут управляться такими раджагунами, то есть людьми под влиянием раджагуны, тамагуны, то это очень опасно. Мы хотим восстановить идеализм, ну, то есть представить вот, этот идеализм, показать этот идеализм публике, обществу. Но если такие люди будут управлять храмами, то какой же это идеализм? Они будут только спать и есть. И если мы будем вести такие организации, то есть управлять организациями при помощи таких людей, преисполненными камой, то есть мы хотим представить идеализм Гуранги Махапрабху, Прабхупады, но случится прям наоборот. Произойдет что-то противоположное, и люди, они станут плеваться на нас. Люди, которые ну, живут, джентльмены, которые живут своей семейной жизнью, они просто на нас начнут плеваться. Это саду, это называется саду, они так себя ведут, живут жизнь таким образом. И таким образом у нас не получится представить этот идеализм Адарша. Каждый тот, кто живет в Матхе, неважно, он проповедует или остается в Матхе. То есть все истинные члены Матха, то есть они проповедники прямым образом или непосредственным. Тот, кто готовит, кто занимается в саду, они все пассивные проповедники. Прабхупада, он доказал это много раз. Прабхупада, он хотел это показать людям. Пришел однажды один человек, он был очень богатый, он думал, что он был большая обезьяна. Это шутка такая. И вот он захотел пожелал встретиться с Прабхупадой. Я хочу послушать Харикатху от тебя. И Прабхупада сказал, смотри, там в саду один преданный,
иди к нему, и он тебе скажет Харе Катху. Прабхупада знал, что у этого человека, у него было огромное ложное эго. В любом случае, он бы не слушал. То есть Прабхупада решил его научить. Сказал, отправляйся в сад, там один преданный, очень хороший. Ты хочешь послушать Харе Катху, отправляйся в сад. Тогда этот человек богатый, он пошел в сад, стал искать преданного какого-то, но он никого там не увидел, увидел только садовника. Мы вернулись, они к Прабхупаде, вот этот человек вернулся. Мы там не нашли никакого проповедника, мы там только садовника нашли, он в гамче был одет. Но я его имел в виду, идите к нему и слушайте у него Харе Катху. И много раз Прабхупада нам показал, что материалисты, они в любом случае, они не готовы принять абсолютную истину. И наши... Общество, оно в таком положении, в нашем, ну, как в духовной жизни даже так происходит, что положение ученика, оно намного выше, чем положение учителя. Потому что, по крайней мере, ученик не совершает апарадхи. Я знаю, что все могут разозлиться, большинство людей может разозлиться, послушав это, но иногда, зачастую так случается, что ученики, их положение намного лучше, чем положение гуру, потому что, по крайней мере, они не лицемеры, они искренние, они не врут, по крайней мере, они не совершают вайшнава апарадхи. Нидрая хрияте нактам. Мы растрачиваем наше время понапрасну. Прабхупада объясняет, время, оно уходит. Время и прилив, они никого не ожидают. Время, оно стремительно мчится, не ожидая никого. Но мы не можем использовать это время для слушания Харе Катхи, для Харе Баджана. Кто-то говорит, что деньги, время — это деньги. Большинство считают, что время — деньги. Но Прабхупада говорит, что время — это не деньги, время — это парамарта. Материалисты, они даже, ну, те, кто переодеты в одежды саньяси, они также так считают, что время — деньги, а деньги — это второй бог. А я говорю, что это твое такое возвышенное положение, что ты по этой причине ты говоришь, что деньги — это второй бог, а не первый. Это твоя милость, что ты сказал, что деньги — это второй бог. Но ты мог бы даже и сказать, что деньги — это первый бог. Ты веришь в то, что деньги — это первый бог, но, по крайней мере, чтобы получить какое-то уважение у людей, ты называешь деньги вторым богом. Люди, они растрачивают ночное время на сон. Спать означает мертвое тело, то есть потерянное время. Мы мертвецы, мы ничем не занимаемся. Кто-то 10 спит часов, кто-то 12 часов спит. И остаются 12 часов, на 8 часов вы тратите для того, чтобы заработать деньги, а остальное время вы посвящаете семье, жене. Если вы жене не будете уделять время, она вас отвергнет. И столько много такого происходит. Жена выгоняет мужа из дома. Таким образом, мы просто растрачиваем понапрасну наше время. Если кто-то спросит, что является самым ценным, парамарта — это время. Даже долю секунды мы не должны выбрасывать, то есть на ветер. Нужно использовать каждую долю секунды в харибаджане. Это очень важно. Вы не можете посвятить одну всего лишь жизнь. Вы уже жили столько много жизней. Бесконечное количество раз вы посвятили свою жизнь лотосным стопам Майя-деви. Вы не можете пожертвовать одной жизнью. Вы такие скупцы. Вы получили золотую возможность. Вы не можете дать одну жизнь всего лишь. А после чего вы станете плавать в океане духовного блаженства, в Ананде, в Апракрите, Ананде. Но вы этого не можете сделать, вы такие скупцы.
Мы играем в игры с женами и так далее. Мы выбрасываем время на ветер. Таким образом, жизнь, она проходит, заканчивается. В Бхагаватам написано. Мы считаем кого-то нашей семьей. Махарадж, это моя семья, это наша обязанность. Но Бхагаван объясняет, что это не ваша семья. Ваша семья — это Прабхупад, Бхактивинода Такура, Гуру Варга. Они ваши истинные родственники. Родственники означают иметь отношения, у вас отношения вечные с Гуру Вайшнавами. Они ваши истинные благожелатели. Но вы считаете каких-то непонятных людей вашими родственниками. Но они вас убивают. Саджанакья Доши. Они используют вас. Если вы не удовлетворите их запросы, то они от вас откажутся, но вы их считаете вашими дорогими и близкими. Бхактивинода Такур говорит, Гаура Вимук Ниджа Джане Джане Пот. Те, кто вы кого вы считаете вашими любимыми и дорогими, но те, кто они против Гуранги, они не заинтересованы в Гуранге. Вимук, они вимук. Внешне они, возможно, ваши родственники, дети, жена, дочь, но они не ваши родственники, потому что они против Гуранги, они ненавидят Гурангу. А если вы занимаетесь баджан, то они вас наказывают. Вот такое происходит. Бхактивинода Такур пишет. Как можно понять, что кто-то против Гуранги, потому что даже преданные, ну, так называемые преданные, не ставят тилоку. Хорошо, когда речь идет о непонятных людях, там все ясно, но как вы можете понять, что те, кто в одеждах преданных, они против Гуранги, они одеваются в одежды саньяси, они наносят тилоку. Как вы можете понять, что они против Гуранги? Гора Вимук. Как я могу понять, что он Гора Вимук? Он, у него джапа мало, они даже, она висит на груди, но читают ли они харинам или нет, это еще вопрос большой. Да, один преданный из Асама, он принял прибежище у одного ачари, которого я не хочу называть. И вот этот преданный, он расплакался передо мной и сказал, «Махарадж, я за всю свою жизнь не увидел Гурудева, чтобы он харинам совершал, читал. Я только видел у него джапа малу на шее висящую. Я его ни разу не видел, чтобы он читал святые имена». Это странно. Только деньги, деньги, деньги. И они вам, такие люди, они могут вас наставить? Да, конечно же, они вас наставят. Деньги — это все. В Кали-югу деньги — это все. Если у вас есть деньги, значит, вы из богатой семьи, из образованной семьи, вы образованный, вы классный пандит. Когда у вас деньги, то все говорят, да, что ты такое говоришь, отличный, классный, возвышенный, преданный. И в любой сове вам дадут вьясасану, вам дадут кресло савапати, ну, тот, кто ведет савапати, кто ведет собрание, президент собрания. То есть вот это вот показатель в современном мире, кто является вайшнавом. Бхактивинода Такур говорит, те, кто против Гуранги, возможно, они ваши ученики, или даже это ваш гуру, но вам нужно от них отказаться, от него отказаться. Это наставление Питама Бишмы. Питама Бишма — это один из 12 махаджанов. Как мы можем понять, что кто-то против Гуранги? Ну, это невозможно. Целый мир их поддерживает, целый мир присоединяется к ним. Но как можно осознать это? Это сложно, но невозможно. Но Прабхупада, он дает один прием. Без Прабхупады, ну, то есть
Никто из ачарий, он не сказал о такой правде. То есть кто-то, возможно, совершил огромные вещи, но эту вот голую правду показал ее Прабхупада. Он открыл все одежды и показал, что их положение. Мир, он глупый, но люди идут и погибают. Но пусть тогда они идут и погибают. Что мы можем поделать? Мы можем только сожалеть о них. Прабхупада, он дал этот прием. Как понять? Нужно наблюдать за их характером, наблюдать за их активностью, за их словами, что они пишут, что они говорят, как они себя ведут. Нужно наблюдать за ними. Нужно совершить расследование. Внешне они очень такие приятно разговаривают, такие джентльмены, великие преданные, но внешне они против Шудда Гуру Вайшнавов. И они даже против своего собственного Гурудева порой. Я вам могу это доказать, как в математике. Смотрите, Гурудев делал это, а ученик делает вот так вот. То есть Гурудев говорил так, а он говорит вот так. То есть я вам могу просто все разложить по полочкам. Но люди в мире, идиоты, не понимают этого. Вы можете увидеть, что они не хотят, чтобы чистые преданные оставались в их организациях. Потому что если чистые преданные будут оставаться в организации, то Пратишта придется ей делиться с ними, ну, уважением, почетом и так далее. Поэтому лучше, чтобы они очистить поле Пратишты, чтобы никто... если не хотят со мной оставаться, то они должны мне лизать ноги. То есть, если кто-то хочет остаться все-таки, то пусть они мне лижут ноги, и тогда я могу даже предложить ему гирлянду, ну, такое совместное предприятие. В Чандигаре была сова одна открытая, там было большое собрание, столько много людей собралось. И я хотел дать предупреждение одному Махараджу, и я ему сказал, не говори вот так вот. Я ему очень скромненько это сказал. Как ты можешь называть всех подряд Госвами? Но он не послушался. Как правило, я не квалифицирован, я не принимаю кресло Савапати, потому что это большая проблема, я не смогу говорить как положено, я буду отвлекаться. И, в общем, я несколько раз ему указал на это. Смотри, нужно смотреть на стандарт, то есть всех подряд звать Госвами не надо. Потому что в шастрах написано, объясняется, кто Госвами. Вы неудачливы, потому что вы не понимаете Бенгали. Там столько сливок, и если вы поймете Бенгали, вы будете наслаждаться киртанами. Наротам Такур пишет. Вы поняли что-то? Наротам Такур, он дал суть шастр в этом киртане. Наротам Такур говорит, что вы должны уважать вайшнавов в зависимости от их положения. Не то, что кто-то, он падшая душа, вы его почитайте как Госвами. Наротам Такур говорит, нужно смотреть на уровень вайшнава. Это правильно. То есть нужно уважать вайшнавов так, в зависимости... Возможно, они не совсем падшие. Может быть, кто-то Каништа Адикари или кто-то Мадья Мадикари. И там существует три вида Каништа Адикари. Первый уровень, второй уровень, третий уровень. То есть второй, он выше, чем первый. То есть есть три стадии Каништа. Каништа — это начальный уровень преданности. То есть Мадья Мадикари также делится на три стадии. Третья стадия Мадья Мадикари — это практически Уттама Адикари, то есть это очень возвышенное положение. И потом Уттама Адикари, там тоже существует три вида Уттама Адикари. Вы не можете сравнивать Прахлад Махараджа с Мадхавендра Пурипадом. Вы не можете сравнивать Мадхавендра Пурипад с Бали Махараджем, то есть есть стадии, то есть есть уровни различные, то есть они все Махабхагаваты, но есть отличия. Бали Махарадж, Парикшит Махарадж, Прахлад Махарадж, все они Махабхагаваты. Прахлад Махарадж Махабхагават, но не все Махабхагаваты одинаковые. Есть уровни, то есть кто в каком положении находится, и вот есть финальное положение.
на финальном, в банальном положении, то есть это Рупа Госвами Пад, Санатана Госвами Пад, они прям на пике. Все Махабхагаваты, все мы уважаем Прохлада Махараджа, он великий, великий преданный, но существуют различия. Сначала вам нужно будет, может возникнуть вопрос, а как я смогу понять? Ты говоришь, что нужно разбираться в этом, а как мы можем разобраться? Кто-то может задать вопрос. Как я могу понять? И Прабхупада объясняет, если вы искренни, если вы достаточно искренни, если вы на 100% искренни, то тогда Нитянанда Баларам вам поможет. Он вас будет вести. Будьте уверены, если вы искренни на 100%, если вы не лицемеры, вы молитесь постоянно, помоги мне, пожалуйста, я ожидаю твоей помощи божественной, тогда Бхагаван, он протянет свою руку, и он вас схватит, возьмет. Это обещание Нитянанда Баларамы. Я много раз об этом говорил. Вся ответственность, она в руках Нитянанды. Нитянанда говорит, я помогу тебе, только нам нужно следовать по этому пути. Если вы сможете уважать вайшнавы в зависимости от их положения, а не так, что вы просто для пратишты, вы просто уважаете какую-то падшую душу, потому что там он очень, у него могущественное положение внешне. И вот в этой ассамблее в Панджабе случилось то же самое. Я там много харикатхи говорил, кто-то там хотел остановить мою харикату, кто-то там испортил видеокассеты или что-то так, да, и что-то такое. Да, это, занимались такой политикой. Это было на глазах у Бхарати Махараджа, в одной и той же саве. Мне не дали возможность говорить, потому что они знали, если заговорю я, то там все будут голыми сразу станут. Это. За 5-10 минут сразу все здание завибрировало. И то, что я предсказал, оно уже происходит. И вот в ассамблее, вот они там называли друг друга Госвами. Я сказал, ты не можешь называть того, кто занимается ерундой всякой, Госвами. Но он же саньяси, мы можем их уважать всех и каждого. Нет, ты можешь уважать, но в соответствии с его положением. И тогда он в Харикатхе открыто, он назвал его Госвами. То есть у них такое совместное отношение, то есть один называет другого Госвами, чтобы тот другой назвал его тоже Госвами. И вот и я в открытую сказал, вы можете посмотреть это видео. Ну, у них такое предприятие совместное, друг друга называют Госвами. Это вот такое у них, как бизнесмены они. Очень хорошо. Они не могут меня остановить. В общем, ситуация, она плачевное положение. Положение очень опасное. Вот народ там Такур говорит, что я могу уважать и почитать, любить вайшнав в соответствии с их положением. Я не могу уважать падшую душу, как Махабхагавата. Это несправедливо, это оскорбление. Но в настоящее время никто этому не следует. Это оскорбительно. Это не просто несправедливо, это еще и оскорбительно. А когда есть один Махабхагават, то есть они с ним обращаются как с Каништхой, даже не смотрят на него, потому что, например, у него нет денег. И вот в одной такой ассамблее мне удалось туда попасть, я был занят, но тем не менее я нашел время. И когда я до туда добрался, я увидел, что там на гармониуме играют. А кто играет на гармониуме? Они просто поют какие-то материальные песни, сопровождая себя инструментами. После того, как они меня увидели, кто-то там отодвинул гармонию и улетел, убежал.
я перед Бхагаватом сижу, я вам не могу врать. И вот я стал говорить в той ассамблее, я увидел, что Савапати, он постоянно дает слово каким-то падшим душам, в то время как там были возвышенные преданные. Возможно, они не обладали огромным талантом в ораторстве, но он, там был один преданный ученик Шилавана Госвами Махарадж, ему даже слова не дали. И он ушел, и он даже не принял прасада. То есть они его пригласили, сказал он, и они, чтобы говорить харикатху, и не дали даже слова. То есть вот этот вот Савапати, он дал микрофон своему собственному ученику о падшей душе. И когда он стал говорить всякую ерунду, я просто на него посмотрел, и он даже испугался. Он позволил своему ученику, идиоту, говорить харикатху, падшая душа. И Прабхупада, он сказал то же самое, что мы в настоящее время служим своим ученикам. Окей, что тебе нужно? Хорошо, я тебе это дам. Вот такая вот, такое положение. Майя повсюду. Раджа Тамагуна, она нас поглощает, покрывает, то есть внедряется в наши все... в наше сообщество вайшнав. И вот вопрос, как выжить? Встает вопрос, как выжить в таком положении? Все настолько негативно. То есть негативность повсюду, майя повсюду. Но, по крайней мере, мы должны думать так. Мы можем пожертвовать одну жизнь гуру вайшнавам Бхагаванам. Мы же столько жизни уже отдали Майя-деви, но мы не можем справиться с этой огромной камой внутри нас. Кама нас убивает, мы не можем с ней бороться, нет решения. Решение, оно есть, но никто не может его принять. Вчера я обсуждал... Мы начали новую главу, 12-ю главу мы закончили, последнюю шлоку я объяснил. И вот 13-я глава, там Бхагаван говорит Удавджи Махараджу. Сатьям раджастамети гуна буддхир но чатмана. И я уже что-то вам рассказал, то есть как победить тамагуну при помощи раджагуны. Раджагуна, она намного лучше тамагуны. И сатвагуна, она лучше, чем раджагуна. И сатвагуна — это также нежелаемый элемент, то есть в итоге нам нужно будет победить и сатвагуну. Это то, чего мы не хотим. То есть в итоге я вам сказал, как нужно победить и сатва-гуну. Нужно служить чистым гуру вайшнавам. Служа им, мы сможем освободиться от тама-гуны, раджа-гуны, сатва-гуны. И после того, как мы освободимся от влияния тама, раджа, сатва-гуны, встанет вопрос, какие у вас сейчас планы, какие ваши дальнейшие действия. Если вы хотите стать майявадами, то можете сохранить вот эту астру, топор, которым вы разрубили оковы майи. Вы можете стать майявади-гьяни. Они смеются, я вам в тот день сказал. Может быть, 10 дней назад или раньше. Вот до сих пор они не получили адрес Гаудия преданных. Я даже не говорю вам сейчас об общении с преданными. Вот они
до сих пор не знают, где преданные находятся, где они живут, где они проживают, чтобы ну, появилась возможность какого-то решения всех проблем. То есть они не знают, где находятся вайшнавы. Прабхудананда Сарасвати, я думаю, что они не встретились с чистыми преданными Гуранги. Мы выражаем наше сожаление, они нарапашу. Они как будто бы люди, у них две руки, две ноги, но на самом деле они животные. Прабхудананда Сарасвати Пад пишет, что они люди, но на самом деле они животные. И также Шукадева Госвами, он это объяснил. Много раз Шукадева Госвами об этом сказал Бхагаватам, о людях, тех, кто не совершает харибаджан, что они животные. Они выглядят как люди, но там нет человечества в них. Если в них есть признаки человечества, то как мы можем назвать их людьми? Васишта Муни также сказал. То есть нет человечности в ней. Они теряют даже здравый смысл. То есть мне не следует это делать. Мое имя попадет в черную историю. То есть зачем я это делаю? Но я это делаю, потому что у меня есть сила. И они не могут с нами сражаться в судах. Вы не знаете силу Гуру Вайшнавов. Гуру Вайшнавы не пойдут в полицию. Гуру Вайшнавы не будут искать защиты у государства. По желанию Гуру Вайшнавы, Бхагавана, он все устроит. Гуру Вайшнавы, они не заботятся о том, как защитить себя на... И вот посмотрите, что произойдет. Прабхудананда Сарасвати Пад говорит, мы, майявади считают, мы, Брахма, они смеются, они показывают 32 зуба. Мы, Брахма. Нам нужно освободиться от «я гьяни». В Бхагаватам столько много шлок. Полубоги говорят, Бхагаван. Полубоги пытаются добраться до абсолютной истины, что невозможно. Потом они возвращаются. Вчера я вам сказал, что природа абсолютной истины, она не дешевая какая-то. Так что вы можете начать какие-то агитации масс, революцию какую-то, или задушить абсолютную истину, тоже ее нельзя. То есть абсолютная истина — это не дешевка какая-то. Даже если целый мир, он присоединится к вам, но у вас нет абсолютной истины в руках, то есть но весь мир, он следует за вами. Абсолютная истина, возможно, совсем ее там нет. Возможно, там даже нет тени абсолютной истины. Чтобы понять преданного, ну то есть... распознать преданного, нужно смотреть за его деятельностью. Если вы искренне, если вы получили милость Баларамы, вы увидите, то все, чем они занимаются, это неправильно. Они не уважают чистых вайшнавов, они оскорбляют им не напрямую, косвенно. То есть они не хотят, чтобы вайшнавы оставались в каких-то вот, ну, в матхах, мандирах. Ну, а если они хотят оставаться, то вот эти вот вайшнавы должны, ну, прислуживать им. То есть мы боссы организации, мы не ачарья, мы боссы. Таким образом, вам нужно победить тамагуну, раджагуны, раджагуну, сатвагуны, и тоже от сатвы вам нужно будет избавиться, потому что это тоже своего рода оковы.
Вам нужно будет избавиться от этих оков также, от сатвагуны, и вам нужно будет установиться в вишуддха сатве. После чего вы получите что-то, но не до этого момента. Я много раз уже сказал, возможно, вы помните. Служение садгуру, при помощи служения садгуру вы можете избавиться от этих оков. Упасам означает, то есть какое-то лекарство, какое-то... Но здесь упасам значит, что если вы будете следовать вашему садгуру, кто является Махабхагаватом, и под его руководством вы возьмете под контроль свои органы чувств, и вы однажды обнаружите, что все ваши органы чувств, они под контролем. Ваши органы чувств, они вас больше не беспокоят. Когда глаза не захотят больше наслаждаться материальной красотой, когда уши не захотят больше слушать ничего материального, музыку какую-то, инструменты какие-то, ну что-то, материальные звуки, когда язык не захочет ничего вкусного испробовать, когда вы обнаружите, что все ваши органы чувств, они ничего не спрашивают материального. Я знаю, что вам, вы страдаете, я разбиваю вам сердце. Я знаю, я могу это осознать, что кто чувствует столько боли в сердце. Почему вам не посвятить, не пожертвовать одну всего лишь жизнь, и вы получите амриту? Вы не можете посвятить одну жизнь, вы столько страдаете, жизнь за жизнью, миллиарды жизней страдаете, не можете посвящить одну жизнь, вы получили золотую возможность. Я переживаю за вас, вам больно, я за вас волнуюсь, но когда рак в теле, то нужно просто беспощадно избавиться от этого рака. То есть, а иначе, если вы не отрежете его, не вырежете, то он распространится во всем теле. И вот у нас этот рак в нас называется ридрога. И вот в Расалиле последняя шлока, ее неправильно сахаджи объясняют. В общем, нам нужно каким-то образом постараться посвятить жизнь Харибаджину. Это, я знаю, это тяжело, но посвятите свою жизнь, всего одну жизнь. Не бегайте за материальными наслаждениями. В Гите Бхагаван Шри Кришна говорит, Джейхи Санспарсаджа Богаха, Дукша Джанай Эвате, Адьянта Ванта Кантрио, Но Тешу Рамате Будаха. Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне, Арджуна. Джейхи Санспарсаджа Богаха, Tangible Facilities or Enjoyment. То, что я могу спать на приятной подушке, то есть весь комфорт, кондиционер в комнате, комната такая красивая. Бхагаван говорит, все вот эти вот, весь комфорт, все наслаждения, это наслаждение, оно не даст никакого, то есть не решит проблемы вашей жизни. Сегодня вы наслаждаетесь. Вы очень наслаждаетесь сильно. Вы такие счастливые. Но Бхагаван говорит, что это счастье, оно вас бросит в океан страданий. Бхагаван говорит. В конечном итоге это наслаждение вас забросит в океан страданий. Because that enjoyment
Потому что это счастье, у него есть начало и конец. Сегодня вы танцуете в субботнем клубе в каком-то, на дискотеке. Вы пьете скотч, танцуете. Ночью вы отправитесь домой. Это наслаждение своего рода, это материальное наслаждение. А после, а что вас ожидает? Вы это не учитываете. После этого что произойдет? Сейчас вы наслаждаетесь, а потом? Мы можете наслаждаться тем, чем пожелаете. Бхагаван Шри Кришна говорит, материальное наслаждение, оно, у него есть начало и конец, но мы хотим получить Нитьянанда. Мы не заинтересованы в счастье на 5 минут, на 2 часа. Мы хотим Нитьянанду, вечную Ананду, вечное счастье, которое будет всегда с нами, которое будет с нашей атмой навсегда. Мы не такие глупцы, мы не хотим наслаждаться материальными объектами. То есть у материального счастья есть начало и есть конец. Полубоги говорят. Майявади думают, что они гьяни. Майявади ненавидят вайшнавов. Их презирают. Они называют их бесполезными. Собственными усилиями никто не смог получить лотосные стопы Бхагавана. Это возможно только по милости чистой гуру вайшнав. И если на полпути вы встанете майявади, вы можете оставить вайшнавизм. Это, возможно, может произойти из-за оскорблений. Я вам уже привел пример. Я вам рассказала о пальме кокосовой на берегу озера. Если вы бросите камень в озеро, то образуются волны, и вы увидите, что отражение пальмы, оно все стало, задвигалось. Нету никаких страданий, вы страдаете без какой-то на этой причины. Я вам могу доказать, не существует страданий и счастья. Это вот то, что вы сейчас переживаете, вам жаль, вы страдаете, но вот эти вот термины «счастье» и «страдание», это, они фальшивые, они не, их не существует вечно. Они, что такое счастье для вас? Это для меня не счастье, мне не нравится то, что нравится вам. То, чем наслаждаетесь вы, я этим не наслаждаюсь. А вы думаете, что это счастье, а то, что счастье для меня, вам это неинтересно. В материальном мире вы можете найти столько разнообразия, кому-то нравится одно, кому-то нравится что-то другое, столько много разнообразия, столько много различий. И по причине различных самскар людям нравятся разные вещи. Вы знаете определение, что такое страдание, что такое счастье? Когда мы что-то получаем, то, что поддерживает наше настроение, что нам нравится, что нам приятно, тогда мы испытываем счастье. И это зависит от самскар. У нас есть предыдущие самскары. То есть то, что для нас благоприятно, то, что мы понимаем как благоприятное, то нам это нравится, и это нас наслаждает. А что нам не нравится, что мы находим неприятным для нас, неблагоприятным, тогда это нам доставляет неудобство. В этом году в Дели было 52 градуса, это рекорд, то есть жара была, стояла большая летом, температура дошла до 52 градусов. И в Раджастане было еще жарче. И люди, они нормально передвигались спокойно. Но если вы из Сибири, из России, вы привыкли к минус 50, к минус 60, то в Раджастане вы сразу помрете. Как вы сможете? Но вот из человека из Сибири, если я в Раджастан помещу, если я возьму одного Раджастани и помещу его в Сибири, он там не выживет.
то есть привычки, то есть кто чем питается. Животные находят испражнения, и для них это большой фестиваль, они наслаждаются испражнениями. А для вас это какая-то, ну, вы брезгаете, вам нужно принять омовение. Но испражнения для животных — это деликатес. То есть то, что для вас, что вам приятно, другим это неприятно. Это все не настоящее страдание и счастье. Это фальшивые термины в этом материальном плане, в этом материальном мире. И эти страдания, они не существуют вечно. То есть если вы поразмышляете о прошлом, о настоящем и о будущем, то, что не длится, это, ну, не настоящее. То есть если оно, его не было в прошлом, его нет в настоящем и не будет в будущем, то есть, окей, у вас есть семья. Хорошо, у меня нет никаких... То есть, но вам нужно просчитать, сколько продлится ваша семейная жизнь, когда вы родились, когда вы, сколько вам было лет, вы замуж вышли, женились, и сколько вы проживете перед тем, как вы оставите тело. Ну, может быть, ваша семейная жизнь продлится сколько там лет, и вы какое-то количество лет вы играете в спектакль. Кто-то исполняет роль полицейского, кто-то судьи, кто-то подметальщика, кто-то становится браманом, кто-то становится учителем, кто-то ученым. Поэтому Махапрабху сказал, это не наша личность. То есть перед тем, как начать Харибаджан, осознайте это. Я не браман, я не женщина, я не из Бразилии. Все это неправда. Это все временно, это все относительно. То есть вы обнаруживаете свое положение в соответствии с... Все, в общем, относительно. Вы не в состоянии осознать ваши вечные отношения, которые существуют вечно с Шудда Гуру Вайшнавами, с Бхагаваном. Но вы забыли об этом. Что не вечное, вы на это обращаете внимание, а что вечное, вы забыли это. То есть как совершать баджан? Я вам не говорю, что нужно отказаться от семейной жизни. Постарайтесь понять технологию, как жить семейную жизнь. То есть нужно узнать татву. То есть когда вы узнаете татву, вы откроете глаза, и вы посмотрите, и увидите, что повсюду майя. Майя, все майя. И майя, она пытается убить меня. На какое-то время она даже может мне дать наслаждаться, но потом она потом меня обманет, она потом лишит меня всего. Майя меня обязательно обманет, это ее обязанность. Это никакое несчастье, поверьте мне. Нет счастья. Я знаю, что ваш ум, он хочет наслаждаться, но избавьтесь от этого, выбросите это из своего ума, иначе вы не найдете никакого решения проблем. Девахути Мата, мать Капила Махараджа, Капил Бхагавана. Девахути сказала, я была поставщиком наслаждений своим органам чувств. Я поставляла разные объекты наслаждения своим чувствам, органам чувств. Что тебе нужно? Мне нужно посмотреть на что-то красивое. Ага, хорошо, вот, пожалуйста, посмотри. А теперь я хочу послушать что-то, что мне даст материальную ананду, музыку разную, попсу. И что они получают от этого, я не знаю. Все повсюду наслаждаются этой музыкой, а мне, ну, как бы, мне приходится это терпеть. Я совершаю баджан в этом хаосе.
Девагути Ма сказала, мой язык хочет наслаждаться вкусными всякими вещами, и я постоянно поставляла всякие вкусности языку. То есть посчитайте количество суицидов, где люди совершают больше самоубийства, там, где, как это называется, валовый оборот на душу населения, где он больше всего. Бхактивал Тирта Госвами Махарадж, он побывал в иностранных государствах, и там такой процент суицидов большой, потому что они бегают за наслаждением, они целую жизнь бегают, а когда они просто, они пребывают, ну, доходят до такого состояния безнадежного, когда они вообще ничего не понимают. Сначала они, леди Диана, что с ней было не так? Она была принцессой, у нее все было. Но она была не удовлетворена. Также у нее муж, принц Чарльз. У нее было все. Она была уважаемая, богатая, весь мир ее знал. Но она была не удовлетворена. И она со с любовником где-то туда поехала на машине и там на большой скорости попала в аварию. Даже полицейские не могли распознать, что это было ее тело. То есть они просто сделали анализы, провели и поняли, таким образом опознали. То есть что, какая у нее проблема была? Ей денег не хватало, у нее славы не было. Что, ей чего-то не хватало на материальном уровне? Чего ей не хватало? Все у нее было. Но она была не удовлетворена, и она занималась всякими грязными вещами. Никто в этом материальном мире не счастлив. Кто-то может притворяться, я счастлив. Но если вы им скажете, дотроньтесь до лотосных стоп Нарисимхадева и просто скажите, что вы счастливы. Внешние люди улыбаются, а внутри огонь горит. Внешне все улыбаются и хотят показать, что, например, я большой саду, но внутри огонь. Почему столько много случаев суицида, в то время как в странах в развитых, там они, экономика на хорошем уровне? Вы можете наслаждаться, но в итоге вы просто придете к такому заключению, что вы просто окажетесь в безнадежном положении, потому что ничего конкретного, ничего не удовлетворяет. Прахлад Махарадж сказал, никто не приглашает страдания в свою жизнь. Кто-то приглашает, о, страдания, приходите, я хочу. Кто такой глупец, приглашает страдания в свою жизнь? Прахлад Махарадж говорит, страдания приходят в соответствии с предыдущей активностью, деятельностью. То есть вам не нужно предлагать к этому усилию, все придет само по себе. Никто не приглашает страдания. О, страдания, приходите в мою жизнь, причиняйте мне боль. Кто этого просит? Никто не просит. А почему тогда боль приходит в вашу жизнь? Вы не приглашаете боль. Вы никогда не... Вы зарабатываете деньги, вы пытаетесь обезопасить свою жизнь, вы помещаете деньги там, в банк или еще куда-то, и в старости вы хотите обезопасить свою жизнь, но жизнь ваша, она не в безопасности. Вы хотите застраховать свою жизнь. Один футболист, сколько денег они в страховки вкладывают, там миллионы, если они попадают, ну там, если у них травма или еще что-то, то они могут получить страховые выплаты. Но нет никакой жизни застрахованной. Вы ее можете застраховывать сколько хотите, но вы ее не застрахуете. Пока вы будете жить в этом материальном мире, поддерживая отношения с Майей, вы не застрахованы.
это все неправда, это все фальшь. Потому что если вы задумаетесь о прошлом, настоящем и будущем, то вы поймете, что нет, это ничего не существует. Вы не имеете права Бхагавана обвинять в том, что вы страдаете. Почему сын умер, почему меня никто не любит? То есть вы не можете жаловаться Бхагавану. Но Бхагаван, он смеется. То, что ты считаешь счастьем или несчастьем, это не существует. Я жду, чтобы дать тебе вечное счастье, а ты хочешь материю. Но материя, она не вечная, и у нее нет вечного существования. Это все фальшь. Люди хотят денег, уважения, положения. Они ничего не хотят предложить Бхагавану. Они хотят что-то получить у Бхагавана. Бхагаван — это поставщик их заказов. Прабхупада называет их, говорит, что они считают, что Бхагаван — это поставщик их заказов. Счастье и страдания материального мира — это фальшь. Это все относительное, временное. Вам нужно будет избавиться от сатвагуны, будучи под руководством садгуру. Когда вы смотрите на садгуру, вы счастливы. Когда вы смотрите гуру, вы предлагаете ему пранам, вы испытываете счастье. Когда я входил в комнату Гурудева, я чувствовал какое-то облегчение на сердце, такой успокаивающий эффект. И вот сейчас, по милости Гурудева, я осознал, что там что-то. Таким образом, под руководством садгуру, поверьте мне, повторяю три раза, под руководством садгуру вы достигнете такого уровня, когда вы обнаружите, что у вас нет проблемы, вас ничего не беспокоит. Ваше сердце сейчас оно в огне, и чтобы потушить огонь, разгорающий в вашем сердце, вам нужна милость Гуру Вайшнавов. По личным усилиям у вас это не получится. Гурудева, он нами руководит. Нет, ночью это нельзя этим заниматься. Нужно покушать немножечко прасада. И кадыши нужно соблюдать. Гурудев может понять. Гурудев, он совершает харинам с закрытыми глазами, и он знает, что какой брамачари делает. Я это видел своими глазами. Если кто-то мне рассказывает сказки какие-то, я в это не верю. Но я это видел своими глазами. Там один был брамачари в шафрановых одеждах. Гурудев, он в комнате, он расплакался. Я знаю, что Гурудев понимает мое настроение, он все знает. И вот под руководством садгуру вы можете пытаться совершать баджан, потому что с анартхами баджан настоящий невозможен. Вам нужно постепенно взять под контроль ваши органы чувств. И когда ваш ум он очистится, вы станете... вы будете с радостью слушать харикатху и так далее. Это называется лекарство. И таким образом вы избавитесь от сатвагуны, потому что сатвагуна, она также опасна. Сатвагуна вас заточает в этом материальном мире. Даже сатвагуну мы не хотим, потому что это материальная сатва. Упасанена значит, Бхагаван уже сказал в Бхагавадгите, если вам не могу дать много примеров, потому что времени нет. В Гите Бхагаван говорит «Абьясена ту кунтия». Бхагаван Шри Кришна говорит в Гите. Арджуна спросил, как можно взять под контроль органы чувств? Ум, он подобен, он как циклон. Если вы посмотрите на жизни людей, вы поймете, что они врут. Мы можем проверить их на детекторе лжи, можем послушать их, можем совершить этот тест на детектор LG, вы можете понять, что люди врут. Вы можете спросить у всех. И все в огне.
То есть люди несчастны, несчастливы. Так или иначе, все они под влиянием этого циклона. Ум — это циклон. Я не могу перенести эти слова. Вот это харикатху. Харикатха, она разрушает мои мечты. Но вот эта харикатха, она разрушает мои мечты. Полностью разрушает их. Нам больно. Я знаю, я знаю. Сейчас вам больно, но обязательно этот процесс вам поможет. Бхагаван говорит в Гите. Материалисты, они всегда заботятся о прибыли, о наслаждениях, но Садхгуру Вайшнава, их не беспокоят эти вещи. А Садхгуру Вайшнава, когда они бодрствуют, то материалисты, они спят. Садху Вайшнава, они совершают харинаму, их никто не беспокоит. Материалисты, они включают колонки, слушают музыку. Бхагаван Шри Кришна сказал Арджуне, «Я знаю, что это очень сложно, очень тяжело контролировать ум, но нужно практиковать, нужно совершать абьяса-йогу. Это означает, что нужно оставаться под руководством Гуру Вайшнавы, тогда сегодня или завтра вы обнаружите себя на этом уровне. Это называется лекарство упасана». Упасанена. Очень с большой легкостью вы можете, сейчас вы служите себе сами, как одеваться, как показать себя. Вас интересует положение. Вы не беспокоитесь о том, как представить Гуру Вайшнав. Upasaya satyam tato dharmaha pavartati. There is an analytical discussion there. I can speak something today. Bhagavan speaking. Bhagavan говорит. At least if you can find somebody, at least in Sattva-guna. Когда кто-то под влиянием Сатвагуны. You can watch those who are having Сатвагуна. Те, кто под влиянием Сатвагуны. Как правило, они не чанчал, ну, то есть они не беспокойны. Возможно, есть какие-то беспокойства, есть желания и так далее, это нормально, но те, кто в сатве, они внешние, они спокойны, они не сражаются ни с кем, они хотят жить спокойно. Кто-то, когда достигает уровня сатвы, когда сатва-гуна, она предоминирует в вашей жизни. Раджа-гуна может тоже присутствовать, тама-гуна тоже немножечко может присутствовать, но имеется в виду, когда сатва — это предоминирующий фактор. В том случае люди, они спокойны, их ум более-менее стабилен. Это не конечная стабильность, то есть это спокойное такое состояние, они в порядке. Они не действуют как сумасшедшие. И в том случае, говорит Бхагаван, когда сатва-гуна, она занимает... То есть кто-то может, когда под влиянием сатва-гуны люди находятся, они могут принять решение съездить на парикраму в святые места. А раджа-гун — это значит, что хочется наслаждаться в клубах, танцевать. Это раджа-гуна. А тама-гуна — они асуры, они делают, что им взбредет в голову, они ракшасы. Сатва-гуна — это хорошо. Когда сатва-гуна предоминирует в вашем сердце, тогда у вас появится возможность... Ага,
Махарадж, я хочу послушать Харикатху, но там Агуна Раджагуна, да, я все это знаю, да, я знаю, ты там что посоветуешь. То есть. Но сатвагуна, по крайней мере, они не могут проявить неуважение, они слушают. Сатвагуна значит, что вы можете путешествовать по святым местам. У вас есть настроение, вы хотите наслаждаться, ну, вы совсем как бы не очистились, но тем не менее вы желаете принимать омовение в Ганге. И Бхагаван говорит, когда нет сатвагуны, то есть люди, как правило, они даже не могут следовать обычной дхарме. Сейчас я не имею в виду бхагават-дхарму. Люди даже не следуют благочестивым, то есть не совершают благочестивые поступки. Те, кто в сатвагуне, они поклоняются Шиве, например, примывают омовение в Ганге. То есть, когда сатвагуна увеличивается, то вы вдохновляетесь и можете совершать какие-то благоприятные действия, поступки. О, я могу сходить в храм Джаганнатха, получить его даршан. Бхагаван говорит, постепенно, если по чистому случаю вот эти вот люди, пребывающие, контролирующиеся сатвой гуной, они, если встретятся с саду, то они получат огромное благо. Даже тамагуни, раджагуни, они тоже, если они встречают саду, они могут получить благо. Даже могут люди измениться, когда они полностью в тамагуне. Вот тот охотник жестокий был полностью трансформирован Нараджи Махараджем Валмики Муни Ратнакар Доши. Он был полностью трансформирован в преданного. Он был пребывал в тамагуне. То есть много таких случаев. Встретить вайшнава — это всегда хорошо. Кто-то... Я не говорю, что тамагуни, они не получат благо, но более вероятно, когда человек в сатве, он встречает садгуру, и он тогда продвигается вперед. И Бхагаван говорит, что если по чистому случаю они встретят саду, если они увидят его, поговорят с ним, постепенно они смогут развить настроение, ну, преданного служения, то есть желание служить. Кто-то ездит на юг Индии, посещает храмы Ранганат, Тирупати, Барадрадж. Многие преданные, ну, так называемые преданные, они путешествуют. Я не езжу. Мне это не интересно. Мне интересно в Годруме жить и на Радакунде. Вы можете спросить, Баба, можете спросить те, где я на Радакунде живу, то есть можете спросить у тех людей, то есть путешествую, я куда-то там хожу, то есть у меня Ананда, и мне не нужно никакие на праздники не ходить ни с кем. То есть я совершаю парикраму каждый день по милости Бхагавана. Он мне позволяет совершать это, то есть он не разрешает, а иначе без милости Бхагавана как это возможно? Санатана Госвами совершал парикраму каждый день. Если сатва — это предоминирующий фактор, тогда вы получите дополнительные возможности. То есть, ну, гарантии, конечно, совсем нет, но будут дополнительные возможности. И постепенно из сатва-гуны можно начать совершать баджан. Это завтра я объясню. И... Нидрая хриати нактам. Дибача артхая раджан кутумба бхарани нова ванчакал кутумса. Кибасендра. Падитана бхапу.